Всем здравствуйте! Музыкальный критик предпочитает домашний праздник и с удовольствием проводит весь день с родительницей, помогая ей. В доме Сергея Соседова 31 декабря это рабочий день, полный хлопот и беготни. В беседе музыкальный критик признался, что любит встречать Новый год с мамой и подробно рассказал о том, как для них проходит этот день. Это рабочие дни. Мы всегда, всю жизнь, мама и папа, когда папа еще был жив, всегда много хлопотали. Там только в половину двенадцатого, дай бог, успеваешь. А иногда и прямо без 20 минут успеваешь что-то сделать. Вышел из ванны, остается 10 минут, уже надо шампанское открывать, рассказал Соседов, который в свои 55 все еще живет с мамой. Несколько раз случалось и так, что они с мамой не были готовы ровно в полночь, потому что не открывалась бутылка шампанского. Бьют куранты, а Соседов пытается выкрутить пробку из последних сил. Но тем не менее, всегда в последний момент все успеваем. При том, что с утра все это начинается, это работа и хлопоты. Но это все очень приятно, конечно. Зато потом отдыхаем, отметил он. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.